Будучи подростком, я не считал себя привлекательным. Я уверен, что кто-то из вас скажет: «Антонио, да ты и сейчас не особо красавец». Да, может оно и так, но в старших классах все было гораздо хуже. Я был худым, неуклюжим, у меня были уродливые очки, и что-то произошло, когда мне исполнилось 15. Мы поехали в Балтимор в бассейн, и очень неожиданно ко мне подошла девочка. Я тогда подумал, что это розыгрыш, или она меня с кем-то перепутала, но выяснилось, что я ей просто понравился. До сих пор не понимаю, что она во мне нашла, но это и не важно, потому что это прокачало мою уверенность. Первое в списке: вы находитесь в позиции главного. Пожалуй, самым ярким примером будет Кеннеди, 35-й президент Америки. У этого парня не было никаких проблем с девушками. Марлин Монро в Белом доме, да, эта история, наверное, правдивая. Да, многие президенты и директора могут использовать свое положение, чтобы получить что-то, но это не совсем этично. Генри Киссинджер как-то сказал, что власть – это самый сильный афродизиак. Если копнуть глубже, то дело не только в том, что женщины более падки на мужчин, которые обладают властью, просто таких случаев больше. Мужчины также притягиваются к такому сильному мужчине, они готовы последовать за ним. И когда я говорю «властный человек», то не имею в виду, что это директор компании. Вы можете быть просто волонтером, но при этом также обладать притяжением. Вот вам пример из моей жизни. Я был клириком. Если вы знакомы с церковными рангами, то понимаете, что это не самая главная позиция. Но когда мне было 16, ко мне подходили 18-летние девушки и интересовались, кто я. Почему? Потому что я находился рядом с главным священником и этим самым привлекал к себе внимание. Так, в какие моменты своей жизни вы выступаете главным? Где вы привлекаете к себе больше внимания? Начинайте это делать и станете более привлекательным. Думаю, на этом моменте вы говорите: «Антонио, завязывай, давай лучше скажи что-то по существу. Как я могу понять, обращает ли она на меня внимание, когда все кругом ходят в масках?» К вашему счастью, есть четкий индикатор, который говорит, что она вами заинтересована, и ваша маска и ваша одежда не закрывает этот показатель. То, о чем я говорю, это исследование ученого Дэна Арчера. В своем исследовании 1995 года он выяснил, что люди очень хорошо умеют контролировать то, что у них находится ниже глаз, особенно женщины. А вот глаза, брови и лоб – нет, людям очень сложно контролировать эту область. И если вы хотите понять, заинтересовалась ли она вами, смотрите на ее брови. Если она их подняла, когда вас увидела, то это хороший показатель того, что она вами заинтересовалась. Кстати, было еще одно исследование в 70-х годах, которое показало, что во Франции и в США женщины показывают свою заинтересованность во время контакта взглядом, приподнимая бровь. Так что, если вы встретились взглядом и она приподнимает бровь, то, пожалуй, вы более привлекательны, чем вы думаете. Однако, чтобы заполучить девушку, нужно не только быть привлекательным, но и уметь правильно вести диалог с ней. А как именно правильно, вы узнаете в видеоролике «Как привлекать женщин, не говоря ни слова» с канала Марни «Твой личный второй пилот». В этом видео Марни расскажет, как разговаривать с женщинами, когда вы к ним подходите, чтобы ваши слова привлекали ее внимание и не вызывали недоверия или неприятные ощущения. Кроме того, я расскажу вам о случае жизни, когда один парень заговорил со мной, и у меня сразу же душа замерла от волнения. Марни, твой личный второй пилот – это еще один канал от команды Frontways. Манри Кенрис уже помогла десяткам тысяч мужчин пройти путь от мистера славного парня до мистера «Боже мой, я хочу его». Вы получите доступ к информации о том, как действительно заполучить девушку. Никакого женского бреда, просто прямые честные советы, инструменты о том, как привлечь, пригласить на свидание, соблазнить и заполучить девушку. А теперь вернемся к нашей теме. Далее давайте обсудим характеристики, о которых мало кто думает, но это делает их привлекательными. Когда ты сталкиваешься с проблемой, то ты делаешь что-то, чтобы ее решить. Да, есть более простые, очевидные вещи, например, протекает кран, ты его чинишь. Моей жене очень нравится, когда я что-то чиню. Сложнее, когда надо решать проблемы, которые не такие понятные. Например, отношения, плохие привычки. Следующий признак вашей привлекательности – люди ценят ваше мнение. Как это работает? Люди ценят мнение тех, кого считают симпатичными. В книге «Красота платит», написанной экономистом Даниэлем Хамермашем, рассказывается, как в рабочем пространстве мы прислушиваемся к мнению тех людей, которых считаем привлекательными. Привлекательные люди воспринимаются более красивыми, а красивые люди считаются успешными. А успешные люди имеют репутацию принятия верных решений. Интересно то, что тут дело не только в физической привлекательности. Сюда входят и ваши амбиции, и то, как вы одеваетесь, и как вы ведете себя. Кроме того, если вы являетесь экспертом в каком-либо деле, то вас считают более привлекательным также, потому что вы являетесь главным в этом направлении. Но, конечно, всему есть предел. Если вы эксперт, то это не волшебная палочка. Далее давайте поговорим об общественном признании. Любое признание лучше, чем просто быть волком-одиночкой. Если входишь в бар один, это означает, что вас никто не знает. Рядом с вами никого нет, кто мог бы подтвердить, что вы надежный человек. Если вы заявляетесь в компании из 3 или 5 человек, то ваша привлекательность возрастает. Ну или вы в сопровождении своей сестры. Никто не знает, что она ваша сестра. Все видят, что вы в компании девушки. Знаете что? Ваш статус сразу растет, потому что вы в компании девушки. И другие женщины это тоже видят. Они воспринимают это как то, что эта девушка одобрила этого парня. Это делает вас более интересным для них. Вот как это работает. Люди, которые рядом с вами, влияют на уровень вашей привлекательности. Кстати, господа, мне было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях. Есть ли у вас в компании подруги, с которыми вы выходите гулять и замечаете, как другие девушки тоже начинают обращать на вас внимание? Я знаю это на личном опыте, поэтому интересно услышать пару ваших историй. Еще один признак, что вы являетесь более привлекательным, чем вам кажется, люди хотят к вам приблизиться. Они хотят нарушить ваше личное пространство. Вот что происходит, когда люди находятся в окружении других привлекательных людей, они хотят с ними контактировать. Может прикоснуться, показать, что у вас есть с ними связь, что им комфортно рядом с вами. В реальности многие парни на это не обращают внимания, особенно когда они так поступают в присутствии женщин. Женщины, в свою очередь, более внимательны к тому, что происходит. Они используют это как индикатор, что вы им нравитесь. Нарушить этот барьер на прикосновение очень важно. Следующий признак вашей привлекательности вы встречаетесь взглядом с многими людьми. Вроде звучит очевидно, но это не так. Если вы не уверены и вам некомфортно смотреть людям в глаза, потому что очень многие девушки стараются встретиться с вами взглядом, но вы смотрите вниз, вам страшно сделать визуальный контакт. Мой вам совет – просто говорите «привет» людям. Делайте визуальный контакт и думайте о том, чтобы выглядеть дружелюбно. Здоровайтесь с большим количеством людей, потому что, когда ты приветствуешь людей, то ты смотришь им в глаза и вдруг понимаешь: вау, а она удерживала свой взгляд. Она даже улыбнулась, может, мне стоит с ней поговорить? Многим парням, пожалуй, стоило бы, потому что есть люди, которые бы хотели с ними установить визуальный контакт, но у них не хватает смелости, чтобы взглянуть им в глаза. Еще один признак, о котором вы не думали, когда вы говорите комплимент, то люди действительно это ценят. Люди часто так говорят, но некоторые просто хотят быть милыми. Но многие люди действительно говорят комплименты искренне, потому что если вы хорошо знаете свое дело и, например, похвалили презентацию, а вы сами мастер презентаций, то для человека это может означать многое. Или вы опытный слесарь, у вас уже своя компания, и вы смотрите на работу человека и говорите ему комплимент. Внезапно ваш статус повышается, и вот об этом стоит задуматься. Когда люди мне говорят, что эти слова, которые я сказала, многое для них значит, то это означает, что вы привлекательны. Следующий индикатор привлекательности не стопроцентный, но он тоже имеет право быть. Люди задают вам вопросы. Как это говорит о вашей привлекательности? Когда люди хотят кому-то понравиться, они спрашивают у него что-то. И чаще всего это простые вопросы. Они думают, что этот человек знает, в чем он может разбираться. Они ценят ваше мнение. Они хотят поговорить с вами. И, пожалуй, самый простой способ, чтобы начать беседу, это задавать вопросы. Поэтому, если ты болтаешь с красивой девушкой, и она задает тебе всякие вопросы, тогда это отличный показатель того, что она хочет продолжать с вами беседу. Поэтому отвечайте на вопросы и поддерживайте беседу. Может, задайте ей парочку вопросов. Следующий признак того, что вы более привлекательны, чем вы думаете, это очень интересный пункт. Когда вы показываете свои уязвимые места, то люди оказываются в шоке. Потому что, когда мы видим привлекательных людей, мы оцениваем их выше, чем себя. Мы каждый раз удивляемся тому, что это личность человек. Да, как бы все понятно, но мы не задумываемся, что они борются с комплексами и проблемами. И когда они рассказывают об этом у себя на Фейсбуке или в небольшой группе, может, на публике, в презентации, когда они открываются, то после этого люди подходят и говорят: «Сегодня на конференции в Zoom ты говорил о проблемах, с которыми сейчас пытаешься справиться. Знаешь, я сам с этим столкнулся, но я даже и подумать не мог, что ты, человек, который руководит всем этим, тоже пробует решить эту проблему». Да, это может быть не та симпатия, после которой вы начнете встречаться. Но это показывает то, что этот человек увидел вас как того, с кем у него есть что-то схожее. Поэтому показывает, что вы человек, в этом нет ничего плохого. На мой взгляд, это как раз важно, чтобы быть открытыми с людьми. Какое видео смотреть далее, как насчет 7 вещей, которые никогда не делают привлекательные мужчины? Серьезно, парни, вы не делаете этого, если хотите быть привлекательным. Все очень просто. Я искренне надеюсь, что вы не делаете ничего из этого списка.